Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу самый жесткий скрипт для Strongman Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. А также перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну из этих реклам на сайте. А далее на самом рекламном сайте побудьте около 10-15 секунд и можете выходить. А далее, что нам нужно? Если у вас нет чита, переходим в Exploits и скачиваем предложенный чит, получается, из двух. Либо Star, либо Splash. Сегодня в ролике будут показывать Star, также Star без ключа, а Splash используется с ключ-системой. Ну, какой чит вам больше нравится, тот и скачивайте. Так же, как скачать читы, у меня есть видеоролики на канале, можете поискать. Далее, что нам нужно? Получается, копируем название Strongman Simulator, пишем это название в поиске, нажимаем поиск. И сегодня в ролике будут показывать самый первый по счету скрипт. Нажимаем кнопку скачать. Далее, еще раз скачать. И, как видите, очень просто и легко получается скрипт с сайта. Далее, заходим в Roblox, запускаем чит. Также советую использовать DLL от CRNL. К сожалению, пока что DLL от VRDevs не работает. Возможно, также этот скрипт работает на DLL от VRDevs, но я не проверял, потому что он не работает. Так что будем использовать CRNL. Ну и на CRNL, в принципе, намного лучше будет работать сам скрипт. Также напоминаю то, что DLL CRNL используется с ключ-системой. Далее, что нужно сделать? Нажать кнопочку Inject. Ждем, пока заинжектимся. Отлично. Все, инжект прошел. Также, если вы не пользовались до этого ни разу CRNL, смотрите, у вас появляется окошко, которое у меня было. Далее, там есть ссылка. Вы эту ссылку копируете, вставляете в поисковую строку браузера, нажимаете поиск, проходите капчу. Далее вас перекидывает на сайт. Вы на том сайте ждете 15 секунд. Еще раз вставляете эту ссылку, проходите капчу, и так нужно сделать около 4 или 5 раз. И на последний раз у вас покажется сам ключ. Вы этот ключ копируете, вставляете в окошко, которое у вас открыто, и нажимаете Enter. И после этого происходит у вас инжект. И так нужно делать каждый день. Потому что такой DLL, к сожалению. Ладно, давайте к сути перейдем. Вставляем скрипт в сам чит и нажимаем кнопочку Exclude. Вот он появляется. Сразу скажу то, что это самый жесткий скрипт, который я вообще видел на этот режим. Можете посмотреть, сколько сейчас у меня есть энергии. Чтобы вы понимали, это очень много, я только что зашел в этот режим. Как я их получил? Все очень просто. Значит, нажимаем Teleport to Best Arena. ТПХимся на эту арену. Далее, давайте подойдем к замку. Конечно, долго бегу, но сейчас мы эту энергию с вами всю потратим. Так, все, почти подбежали. Отлично. И далее, что нам нужно сделать? Нам нужно включить функцию AutoFarm Energy. Включаем. И, как видите, происходит магия. Я очень быстро накапливаю энергию, не доводя этот предмет до самого финиша. Потому что если я сейчас сам возьму этот предмет, я его чисто теоретически донести даже не смогу. А за счет скрипта, как видите, я до хрена просто заработал этой энергии. Далее, что нам нужно сделать? Тпхнуться на спавн. Так, не сюда нажал. Давайте проверим функцию Auto Workout. Так, ну пока что ничего не происходит, окей. Давайте поставим на x100. Далее, зайдем сюда и включаем. Вот, вот так это работает. Как видите, у меня тратится энергия. Но происходит это, конечно, не быстро. Так, а если x1 поставить? По x1 очень мало прибавляется, как видите, силы. Так что лучше x100 использовать. И, как видите, довольно быстро начинается тратить энергия. Ну, тратится, точнее. Так, все, отлично. Мы с вами прокачались. И посмотрите, какой я сейчас гигант. Мне кажется, даже самый сильный на сервере. Да, я самый сильный. Также есть автореберст, давайте сделаем. И как видите, у нас его получилось сделать. Далее,
то же самое все делаем. ТП-хаемся на бест-арену. Можно сразу подбежать вот к этой карете, чтобы к этому замку долго не бежать. Включаем опять автофарм энерджи. И как видите, мы опять очень жестко с вами начинаем фармить энергию. У меня даже немного подлагивать начало. Все, выключаем. Отлагало немножко, отлично. И я почему-то на арену стартер не могу тпхнуться. Странно. Так, ладно, давайте посмотрим, что здесь есть еще по функциям. Есть функция Claim All Codes. Давайте проверим. И мне дали x2 энергию. Отлично. Хотя бы какой-то плюс есть. Давайте скорость на 100 сделаем, то есть на 300. И мы с вами начинаем бежать намного быстрее. Отлично. Так, а почему я прыгнуть не могу? Также включаем сразу антиавк. То есть вы когда включили эту функцию, можете пойти там попить чай, покушать, погулять. И вас с игры не кикнет по истечению 20 минут. Ну, запрыгнуть почему-то мне не дает. Странно. Прыгать вообще не могу. Ну, короче, ладно. Я думаю, вы всю суть поняли. Я вам все функции показал. Как вы поняли, этот скрипт очень жесткий. Я такой скрипт вообще на этот режим вижу первый раз. То, что очень так жестко можно прокачиваться в этом режиме. Также напомню то, что все ссылочки будут в описании. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.